Эй, Рейвен! Прости, что назвал тебя мрачной прошлой ночью. I never trust a narcissist, but they love me. So I play them like a violin, and I make it look oh so easy. Вечно смеются надо мной. Я только решил постоять за себя. Все стали на ее сторону. This is how the world works. Now all he thinks about is me. I can feel the flames on my skin. Crimson. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Скажи, что ничего не произошло. Произошло. Не важно, правда. Правда. Явно не изменить. Да ладно тебе, Рейвен. Почему ты не можешь веселиться, как все нормальные люди? But they love me. So I fly them all around the world and I let them think. Я не знаю, что сказать или сделать, или подумать. Я лишь знаю, что прямо сейчас хочу сорвать с тебя одежду посреди этого коридора, затащить в кабинет и расцеловать каждый сантиметр твоего тела, пока те, кто водит минивены, будут слушать и мечтать оказаться на нашем месте. Кто-то есть? Только я. И очень интересная книга. Как насчет прокатиться на моем мопеде? Я плохой, но я не подхожу тебе. Так почему ты не сбежала от меня как можно дальше? Потому что я люблю тебя. Британская инженерия, милашка, самая лучшая в мире. Ты мог бы не говорить так, пожалуйста. Знаешь, Рейвен, я очень долго был милым парнем. Теперь твои насмешки и оскорбления. Но с меня хватит. И я все равно буду любить тебя. Значит, это он причинил тебе вред, так? Не я. Он ворвался в башню, чтобы напасть на тебя. И заодно напал на меня.